Обстрел Горловки во вторник утром велся с позиций силовиков в районе Майорска из артиллерии калибром 152 мм, сообщил журналистам во вторник заместитель начальника штаба ополчения самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. Обстрел Горловки велся из 152 мм артиллерийских орудий. Объектами поражения стали жилые дома, детский сад, две школы. Обстрел велся из района Майорска. По центру города украинские силовики выпустили 46 артиллерийских снарядов, сказал он. По его данным, обстрел Горловки велся с позиций 1-го гаубичного дивизиона и 44-й артиллерийской бригады. Горловка постоянно подвергается обстрелам со стороны украинских военных. За год из-за боевых действий город покинули почти 100 тысяч жителей, то есть около 30% проживавших в нем до начала боев. Силовая операция против недовольных госпереворотом жителей Донбасса длится больше года. На переговорах 12 февраля были достигнуты договоренности о прекращении огня, отводе тяжелых вооружений, внесении в Конституцию Украины изменений о децентрализации власти, а также о закреплении особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.